Привет, меня зовут Эд, и сегодня я записываю для вас несколько видео на тему житейские хитрости и фишки для вашего дома. Если вы нечаянно посадили на свои классные замшевые туфли жирное пятно, ну, кушали что-то и прямо на туфли все капнуло. Именно на замшевое, натуральное замшевое. Что поможет в такой ситуации? Как избавиться от этого пятна? Вам поможет идеально марлевый тампон, смоченный, желательно очищенным бензином. Желательно. Но в крайнем случае можно и обычным бензином. Просто берете, так сказать, сворачиваете кусочек марли и бензином осторожно начинаете растирать по пятну. Потом переворачиваете другой стороной. Она тоже должна быть мокрая. И уже свежей стороной, так сказать, закрепляете результат. Пытаетесь как бы все размазать. Пятно потом бензином растворяется. Потом бензин высыхает. И все. Все, спасибо за внимание. Смотрите и другие мои советы и секреты для дома. И дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы. Отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому.